немножко поугадываем, разбавим, так сказать, стрим чем-нибудь. Вот. И я абсолютно не знаю, что это. Что-то на рубеже 2000-х, я думаю. Какой-то RPG, возможно. Это Critic Score 91%. Что-то какая-то популярная игра, что ли? А что-то я вообще ее не узнаю. ПК, PS3, Xbox 360. Простите? ПК, PS3, Xbox 360? Есть идеи? PS3, Xbox 60. Что это может быть? Это... Хант? Нет, не Хант. Это как она? Да, Хэ. Что такая-то черно-белая там обложка была. Где еще два персонажа. Мужчина и женщина. На выбор. Dragon Age? Это Врен. Dragon Age это? Как бы я могу поверить, да. Dragon Age. Но мне говорят, что это не Dragon Age. Нет, это не та игра. Это вот может быть Dragon Age. Вопрос какой? Origins, что ли? Ролевая игра. Точно Инквизиция. Инквизиция была уже. Два? Нет, это Origin. Это Origins. Хорошая загадка была. 2009 год. Релиз. BioWare. Да, вот сначала сделали RPG по Сонику, а потом какие... Ох! Dragon Age. Молодцы. Айко. Айко? Давай попробуем Айко. Просто. Да. Мне первое, что в голову пришло, это Айко. Это Айко. Так и есть. Metacritic Score 90. Платформа PS2. Архитектура очень специфичная. Вернее, даже не архитектура, а картинка супер специфичная. В этих играх двух, в Колоссах и в Айко. Action Adventure. Релиз 2001 год. Japan Studio. Team Айко. Бывшая Japan Studio. Ну, это мы даже угадывать не будем, я думаю, да? Просто напишем Limbo. И пойдем дальше в своей жизни. Это Critic Score 90. Платформа Xbox оригинальная. На Xbox 360 она выходила оригинально. Вот те раз. Puzzle Platformer. Релиз 2010. Play Dead. Они что-то новое делают же, да, сейчас? Вроде как. Уа, какое-то современное ретро. Это Диагно. Лемминги? Думаешь? Какие первые? Бум, первые. Да, лемминги в натуре. Слишком стара платформа Amiga оригинальная. Оригинальная платформа Amiga у леммингов? Интересно. Пазл-стратегия. Лиз 91 год, DMA Design. Что-то на PS3, PS4. Слишком как-то хорошо все выглядит. Человек-паук в 2017-м. А он разве не был? Или был Майлз Моралес? Это Critic Score 87. Вот тут сомнение уже, что это Человек-паук. Не Детройт. Окей. PS4. Оригинальная платформа, значит, точно Человек-паук.
Либо Infamous Second Son. Человек-паук. Экшн-адвенчура. 2017 год. Insomniac Games. Красиво. А, я абсолютно без понятия, что это. Loop Hero? Или как эта игра называется? Да? Loop Hero. Привет, Каири. Я абсолютно без понятия. Ну да, я угадываю игры, да? Отлично. Я слишком хорош. Ну а кто это у нас тут? Metacritic Score 82. Платформа ПК. Ролевая Roguelike Deck Building Game. Релиз 2021. Fork Waters. Это же наши делали, да? Сколько я помню. А Каир красавица. Наши, да? Ты смотри, наши делают популярные игры, вау. Можно послушать музыкальное сопровождение твоих телепередач. Что сделать, прости? Можно зайти в группу и зайти в музыку, и там музыка, скорее всего, есть. Которую я использую. Ну, может быть, не вся. Каири. Я закончил альбом Марио. Минуточка ненужной информации для тебя. Что это? Donkey Kong Country? Returns? Закончилось хорошо. Ай, Кайри, не болей. 83%. Господи, что, Ори, что ли? Что-то такое... Не, смотри, Xbox 360? Ха? На Xbox 360 есть что-то с таким графеном? Это Wolfgard the Viking, что ли? А она была на Xbox? Я не помню. Давай проверю. Как ты пишешься? Викинг, давай напишу. Нет, это не Вольгард. Экшен, ролевая игра, хак энд слэйш, метроидвания. Хак энд слэйш, я сказал? Хак энд слэйш, метроидвания. А чё она выглядит так клёво? Чё это за игра на Xbox 360? Почему метроидвания выглядит как Рейман? Что? Даст? Или Сиан Тейл? Да. А что это за игра такая? Релиз 2012 год. Humble Hearts. Hearts. И эта игра. Фурятина. Фурятина. Чуть-чуть фурятина. Студия, сделавшая Ори. Я думаю, что вот этот вот скриншот на Ори похож. Дальше. Это человек? Похоже на человека. Девяносто один. Теперь это похоже на рок-бенд какой-то, да? Но 91%? Ну да, это... Guitar Hero, либо рок-бенд.
зависимости от кружочков и квадратов. Там, летят кружочки, значит, Guitar Hero. Guitar... Guitar Hero. Осталось угадать за 4 попытки, какая конкретно эта игра. Я бы сказал World Tour. Нет. Guitar Hero 3. Легенда рока. Нет. Круглые! Так, круглый. Guitar Hero. Какой? Просто Guitar Hero. Да, попробуй просто Guitar Hero. Да. Первое самое. Релиз 2005, Harmonix, очевидно. Начало интересное. Начало уже очень интересное. Что-то да. Будто бы это Nintendo 64, но на деле нет. Скорее всего. 88 Metacritic Score. Нет, Nintendo 64, прям четко. Ну это Star Fox, наверное, какой-нибудь. А Star Fox какой-то был? Star Fox 64. Есть он? Эбой. Rail Shooter, Shoot'em Up. Релиз 97 год. Nintendo. Что-то там, End Development. Интересно. Как будто бы я здесь бывал. 92% Metacritic Score. Платформа V. Monster Hunter был на Wii? Просто квесты и Зельда как-то у меня не сходятся в голове. Значит, это не Зельда. А что еще было? Xenoblade? Нет. Xenoblade Chronicles первый или второй? На Wii. Что еще могло быть? Давай Xenoblade попробуем. Бой! Xenoblade Chronicles. Экшн-ролевая игра. Релиз 2010 в Японии. Monolith Soft. Дончик крайне эрудирован сегодня. Просто... Просто deal with it, ну. Так, что это? Что это? Что это за игра? 97%? Что это, GTA? Что это? Сколько запоминать? Я, Роман, кроме игр ничего не запоминаю вообще ни разу. Final Fantasy VII. Такое может быть. Вполне себе. Но нет. Nintendo 64. Платформа 97%. Хорошо. Хорошо. Не смотрю в чат, потому что чат сейчас скажет, что это. А я хочу сам вспомнить. Perfect Dark. Вот, видишь? Видишь? Чуешь? А то там это, да, Зельда, да, Костла, Голденай, Perfect Dark. First Person Shooter Stealth.
Оригинальный релиз 2000 год. И разработчики кто? Правильно, Rare. Но игра не так выглядит, на самом деле. Это просто какой-то, я не знаю, мод. Потрясающе. Потрясающе, ага. Слишком стара для метакритики. Зельда? Вряд ли. Mac OS и ПК. Я скажу сейчас, подожди. Не перебивай. Миф. Нет? Или как она называется? Не миф? Как она называется? Симулятор ходьбы. Вот этот вот. Мист. Во, все, спасибо. Мист. Не миф. Чего я? Мист. В любой непонятной ситуации надо писать Зельда. Ты как Архимон, что ли? А он в любой непонятной ситуации пишет этот. Final Fantasy 15. Графическое приключение. Релиз 93-й год. Циан. Цуан? Тиан? Циань? Циань? Волшебный маленький тостер. Почему я знаю эту игру? Я же знаю ее, да? Я должен ее знать, сто пудов. Unpacking. Сто пудов. Вообще даже не сомневаюсь. Metacritic Score 84, платформа Windows, Switch, Xon, потом PS4, PS5, зачем это потом PS4 и PS5? Люди жалуются, что оригинальный релиз не то пишу, что ли, или что? Ну это же игра на ПК есть, ну тут же написано, оригинальная платформа, ну. Не припоминаю. Ром, это не значит, что я игры не знаю, если я в них не играю. Я просто их не хочу играть. Я хочу играть то, что мне нравится. Puzzle Point and Select. Это что такое, жанр новый? Point and Select 2021. Beach Beam. Мист, это же классик. Это же прародитель walking симуляторов. Come on. Что-то мне это напоминает. Это Critic Score 90. Платформа Windows. Да я уж догадался. Что это? Black and White? У дураков Каири мысли сходятся, ну. Симуляция, стратегия. 2001 год. Lionhead Studio. Это люди, которые делали Fable. В том числе Питер Молинье. Если кто-то помнит его. Человек, который обещает, но не делает. Не будь как Питер Молинье. Фантазер, да. Не, ну я не против его фантазий. Другой момент, что может ли он эти фантазии в игру впихнуть свои. Тоже, ну, тот же Fable, казалось бы, ну, да, как бы там куча всего в этом Fable в первом. То есть там есть... В Fable в первом есть система урона, которая остается на тебе.
Чем больше тебя дамажит, тем больше у тебя шрамов остается. Он это обещал, он это сделал. Другой момент, что под конец игры ты просто весь в шрамах. И уже это не важно. Dungeon Keeper? А? В каком месте это может быть Dungeon Keeper? The Blooster Club. Клуб «Голубая устрица»? Та-та-ра-та-та-та! Та 54% Metacritic Score. Xbox Series XS и Windows. Эксклюзив майкрософтовский. Ха. Как пишется Аризона? Не Horizon Sunshine, Action Shooter. Тогда другой вариант. Как называется зомби вот этот вот? Хотя нет, это не может быть она. Тут какое-то все такое футуристично. Футуристично современное. Crackdown. Может это вообще Gears 4 какие-нибудь? Или пятый, какие там на Windows тоже были. Просто странный выбор платформ Windows и Xbox. Такое делает обычно только, ну, сами Microsoft. И это что-то времен 2015-16. А тогда что было из таких игр? Какая-нибудь Arizona Sunshine, да? Что еще было? А, был этот, вот эта про зомби игра, две части. И что-то еще, наверное. Да какой в пизду Halo? Ты о чем вообще? Может, ты еще Forza мне предложил? А ты уже предложил. В каком месте это Halo? Ты что? Полицейские машины в Halo? Камон. Final Fantasy 15. Так, окей. 2023 год. Добрый вечер. Redfall? А, ты уже писал это, а я что-то пропустил. Я проеду. Ну, по-русски, потому что пишешь название. А я ни хрена не понимаю. А, подожди, XS было, да? Я затупил, да? Я затупил, XS. С этим путаюсь. Для меня Xbox One до сих пор текущее поколение консолей, потому что вот нахера так делать? Бальдятина. Arcane Studio. ЛЦ. Давайте последнюю и пойдем игру рулить. Кстати, плюс в чат, выбираем игру. Сказательный знак марафон, список игр там. Ох, чувствую какую-то алаваровскую игру. Metacritic Score 81. Платформа GBA. Ха. Вот такой графон на ГБА. Чего? Чё-то я... Эй, Сатурн? Да. Визуальная новелла, инвестигейшн, да. Охотно верю. Вопрос, какая конкретно? Феникс Райт, наверное, да? Да. Это первая, вроде как. Релиз 2001, GBA,
DS 2000. Зачем вы пишете, что она реализм-то была? Вы же еще больше запутываете. Ну, камон. Капком. Нет, еще одну давай. Все, вот теперь точно последнюю. Чат угадывает, все. Я не знаю, чат угадывает. Что? Воу. Вов? Это Вов? Да не слишком для Вова футуристично. Нет, это не Вов. Это Critic Score 88. Ты первый угадал. А я вот вижу, до тебя написали еще два человека. Лол, первый угадал. Не, стилистика вовская, да, по-любому. Но... Это что-то такое, знаешь, как психонавты. PlayStation 2. Угу. Я не угадываю, чат угадывает. Еще выше глянь, оно стерлось уже. Экшен адвенчура. Илблит? Потрясающе. Илблит эксклюзив Dreamcast еще. Это PS2. Игра более-менее популярна. 88. У нее 88. У меня есть теория, что это может быть. Хотя нет... Код охраны. Вряд ли это Спайро. Психонавты были уже. Я знаю, что это. Очень такая скользкая игра. Да. Его даже можно увидеть вон там слева. Вероятнее всего. Но название надо писать. Ком. Да. Где-то не Слай Купер? Лол. Сакер Панч Продакшн? Подожди. Или это все еще Слай Купер, просто другая часть? Ну, я понимаю, это просто другая часть. Вопрос какая? Первая, первая, какая, блядь, первая, алло? Я только что написал Слай Купер and the GVS Raccoons. Че, вот какая, что первая? Как она называется-то правильно? Я ж не знаю. Мне тут два варианта. Chips in Time. Почему-то было еще три, по-моему. А куда оно делось-то? Sly 3. Sly Cooper in Time. Sly Band of Thieves.
Вот это я уже выбрал. Какая конкретно эта часть? Из двух. Хотя, может быть, из трех. Или из четырех. Sly Spy Secret Engine. Я не знаю. Кому доверять? Один пишет, это вор во время, другой пишет, это третья часть. Вот кому доверять? У нас одна попытка. Второй нету. Третья. Время банов. Да, время банов. Fly 2. Всех в бан. Всех в бан. Самое интересное, что никто не сказал правильный вариант. Вы и вы. Ну хорошо. И вы. Все. Ну ладно.